Ну вот все, прибыли в наш шикарнейший отель. Уф, не отпускаем, короче. Let's go. Че? Короткий рум тур. Че тут? Ванна, туалет. Хуй, я как будто пахну. Салюче, как самочувствие? Самочувствие бомба, коуч, офигеть какое, нереально, первый раз такое. Завтра заезжаем, ни хера себе, а так, пацаны. Все знают состояние последнего дня, когда... А мы на улыбке готовы. Доброе утро. Доброе утро, коуч. Отлично. Завтра день взвешивания, сегодня есть даже. Как он это яйцо ест просто? Как будто я сам его вытащил. Опа! Завтрак перерабатывается. Какие-то 400 калорий. Так. И все, короче, нет просто организма. Ща! Игра есть туда, режете? Фрукты вылетают? Да, да. Вот так. 4 яйца залетело, организм так. И все, да? Куда упало, не знаю. Лена, чет нога, чет лоу, два, три, три печень, череп, череп углом право. Азербайджанская поддержка приехала. Братская. Детский маленький вылечил до России поездки. Слышали эти песни? А за болят ручка зажигает. Что? Let's go. Команда. Глаза. Команда Тайгер вот и отправляется на тусовку. Кто нагнал диджей? Что, друзья, вот мы и начинаем нашу заключительную вечернюю тренировку. Наш боец Ильхом Назимов уже начинает сжигать свои последние калории. Мы заряжены. Впереди бессонная ночь, утром взвешивание. Последние килограммы уйдут в сауне. И на этом у нас все. Что, время? Скоро 8 часов. Наш красавчик уже движется на последний этап лесоразгонки. Это у нас сауна. Как ты, тигр? Четко. Последний килограмм, полтора килограмма. И мы победили это чемпионское дерьмо. Вот наша группа поддержки. Как ты? Нормально, все, мало осталось. После первого подхода, как самочувствие, тигр? Вообще кайф, что просто сидишь там, лежишь, здесь. Easy work, да? Easy work. Все четко. Easy money, easy work. Все четко. Let's go, сделали. Сейчас пойдем посмотрим, что как. Как пошла лесогонка? Четко. Четко? Под моим четким наблюдением. Все четко. Все четко. Газ. Че сразу стоит? Живую перегнал. 65, 80. Можешь вот так вот прям стоя на весах воду попить. Как ты, тигр? Четко, коуч. Впереди самое кайфовое, самое худшее, самое противное. Мы пришли с улыбкой, остальное встречаем только с наслаждением. Все четко. 65.7, clear.
Пошло восстановление. Сколько прошло после взвешивания? Прошло пару часов. Мы терпели, чуть-чуть прокапались, поели огушки, воды, водичку восстановили обязательно. Нельзя сразу приступать, если хочется. Как говорится, дисциплина не заканчивается на том, что нас взвесили. Она продолжается, пока не поднимут нашу руку. Вот сейчас приступаем к первым приемам пищи. Мы оставим ссылку. Кликните туда. С нашим все вопросы к диетологу. Он нам говорит, помогает. Есть глобальные вещи. И третий канал. А вот Русия. Выбрал? Третий канал, да, это русский. Третий канал. Счет какой? На берегу Каспия залетели первые углеводы, сейчас будем закидывать. Ща, я как их долго ждал, эту пасту, эту сливочную пасту получу. Сейчас обед нормально. Сейчас принесут, и вы и можете потом снимать вкусовые рецепты, у меня будет как бомба взрываться такой. Сейчас еще заказали, чтобы больше соуса было, чтобы оно такое жих залетело и потом сразу взять. Если сейчас соус принесут вкусно будет, еще одну закажем. Вот это уже по-моему. Вот уже вторая порция залетает уже. Посочнее, поинтереснее. Настроение поднялось. Еще как. Сразу ложимся, отдыхай, потом еще кушаю. Потом еще. Кайфуем просто, короче. Плюсы теперь. Баланс. Все, газ. Что прибыли на ужин? Recovery. Красавчик. Всем приятного аппетита. Все, давайте загружаемся. Время 8:30. Мы отправляемся на первую тренировку. Заключительная тренировка на сегодня. Как самочувствие? Чемпионского. Только. Самочувствие чемпионского калибра. Вот это утро настало. Все, взрывайся. Let's go. Давай, разносите. Давай, разноси. Эту, я думаю, оставим, а эту заберем просто. Давай. Как это называется? Это называется, Коля разрешил. 2 часа выезд с отеля и газ. Выезжаем на арену. Let's go. Let's go. Hi, Tim. Hello. Let's go. Thank you. Welcome, coach. What? Kyrgyzstan's name. Let's go. Ну что, прибыли в раздевалку. Вот наш член здесь. Как ты? Нормально. Все, газуем. Процесс тренировки. Японский катман. Вот тут главное было вечера. Let's go. Да, и там тоже все. Ребята. Ну
наш чем готов, заряжем. Let's go. Please welcome Ilkom Nazima. Dangerous posting on his arm there. Lucky he didn't dislocate something. That one was even better. Landed in north-south, spent a little bit of time on the ground there. Did a great job. Was in a perfect position for some knees to the head, but didn't let him go. Again, he's just doing a good job on the feet, just getting a defense out of Dio and then letting his shots go. And that spinning elbow was beautiful. Good survival skills by Dio. I mean, he hung in there during that floor. By unanimous decision, let's hear it for Ilkom Nazimov. Ilkom Nazimov. Мы наслаждаемся, это наше любимое дело. Все, чувак. Сегодня победили. Молодец. И всегда будем побеждать, иншаллах. Спасибо всем за поддержку. Спасибо, коуч, вашему труду. Без вас я бы... А каков же бы там? Ильхом, это ты сам сделал работу, ты же выходил. Это не одна моя победа. Я бы один и не дошел до вершины. Все, газ. Одна работа. Газ. Спасибо всем вам. Мы вместе, люблю вас. Чемпионский настрой изначально был. Я знал, что я выйду отсюда победителем. Ни на секунду не сомневался. То есть я готовился, настраивался на победу. Я получил это. И так будет всегда. Опять будет дебил. 1, 2, 3, let's go. Let's go, 1, 2, 3. Окей. Thank you. Ну что, поздравляю с победой. Тренерский штаб. Команда. Все благодаря них двоих. Дальше больше. 100%. Увидимся в Токио.